Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о тех атласах и контурных картах, которые есть в нашем образовательном пространстве, для того, чтобы вы смогли выбрать тот или иной комплект, который вам больше всего понравится. И поговорим об особенностях каждого из комплектов, и мы можем выяснить, какие комплекты можно использовать как универсальные. Ну, вот, прежде всего, объявление, небольшие новости. Вы знаете, что Ленинградская область, центром Ленинградской области стал город Гатчина. Но так быстро внести изменения в атласы и контурные карты мы не сможем. Это длительная, скажем так, бюрократическая процедура. Почему? Потому что это только собрание. Законодательное собрание Ленинградской области приняло такое решение. Теперь они подали документы в реестр. Вот когда реестр, российский реестр нам даст разрешение или выпустит директиву на то, что да, действительно, Гатчина является центром Ленинградской области, тогда мы внесем все коррективы в атласы и контурные карты. Я хочу сказать, что во все атласы и контурные карты мы ежегодно вносим изменения, дополнения, обновляем их. Ну, в основном это касается статистических вещей. И если изменяется название географическое того или иного объекта, например, или если экономические объекты прекращают свою жизнедеятельность, ну вот тогда тоже вносим изменения и обновления. Я думаю, что с новым центром Гатчиной мы получим уже атласы и контурные карты к следующему учебному году, потому что вот все обновления, которые вносятся в карты, они делаются заранее. Это в основном в августе месяце все подаются в печать. И, наверное, новые атласы и контурные карты могут выйти только в октябре, в ноябре. Ну, посмотрим, как быстро заработает бюрократическая машина, и как быстро все обновления появятся в нашем пользовании. Учебно-методический комплект «Полярная звезда» в своей комплектации имеет собственные атласы и контурные карты. И атласы и контурные карты являются неотъемлемым компонентом ОМК «Полярная звезда». Эти атласы и контурные карты, имеют они различного формата, наполняемость достаточно хорошая, и они разномасштабные, скажем так, карты, и разновеликие. То есть есть некоторые в уменьшенном виде для того, чтобы большее количество карт попало в атлас на страницах, напечатано. Есть карты, которые нужно использовать более подробно, поэтому эти карты печатаем на двух страницах. Ну и атласы, и к атласам всегда есть контурные карты с замечательными заданиями, которые помогут ребятам упрочить свои знания в чтении карты, в нахождении объектов в карте, в исследовании карты. Ну и я знаю, что у вас есть вопросы по поводу полярной звезды, контурных карт к полярной звезде для 5 и 6 класса. Я хочу сказать, что мы их приводим в соответствии с тем содержанием, которое дано в учебниках 5 и 6 класса. Поэтому ждите уже обновленные контурные карты. Мы знаем, мы работаем над этим. Ну и хочу тоже сказать, еще раз повторить ту новость, которую вы уже слышали на конференции. К полярной звезде выпущена вся линейка практических работ с 5 по 9 класс. Смотрите, у нас на сайте 9 класс уже сдан в печать. Поэтому к 1 сентября эти задания будут вам доступны. Следующий комплект, который претерпел изменения, это атласы и контурные карты к учебно-методическому комплекту «Роза ветров», бывшее издательство «Винтанограф». Вот, в
дополнительным приказом 766, эта линейка внесена в федеральный перечень, обновленная линия в федеральный перечень внесена, и она отредактирована. Учебники поменяли свой формат, они стали большего формата, такие же, как и УМК «Полярная звезда». И обновился вообще весь антураж учебников, они внешний вид страниц учебников более современный, поэтому предпочтение, конечно же, будет отдаваться УМК обновленному, а не тому, который есть. Но если у вас будут проблемы с докупкой учебников, которые вошли в федеральный перечень в соответствии с дополнительным приказом в 2019 году, мы будем, пишите нам, звоните, мы будем решать как-то эти вопросы, находить вместе какие-то пути решения этих вопросов. Но еще раз повторяю, предпочтение будет отдаваться учебно-методическому комплекту обновленному. Он действительно стал лучше, отредактированнее, современнее, и там даже есть проектное задание с критериями оценивания. А критерии оценивания очень важны для того, чтобы воспитывать у детей самооценку. Атласы и контурные карты, вот они ничем не изменились, никак не изменились в связи с изменением содержания учебников. То есть они подходят к обновленной линии. И я хочу обратить ваше внимание, что они в 2018, по-моему, году, да, они... Да, в 2018 году прошли экспертизу в Институте географии Академии наук, тоже были выверены, отредактированы. Вот, поэтому эти контурные карты мы рекомендуем вам для того, чтобы вместе с УМК «Роза ветров» проводить эффективные уроки. Чем они отличаются от всех остальных? Ну, в общем, набор этих карт стандартный, как и во всех учебно-методических комплектах, но вот они отличаются тем, что начиная с 8 класса, в 8, 9, 10, 11 классах появляются карты аноморфозы. Карты аноморфозы, они создаются совершенно по другому принципу. В основу создания аноморфоз берется статистический показатель. Поэтому вот они имеют такой удивительный и непривычный нам вид, но зато с ними интересно работать, их интересно исследовать, интересно получать информацию различную с помощью этих карт и делать соответствующие выводы или же высказывать аргументированные суждения. Поэтому, конечно, нужно воспользоваться этими картами и учить ребят работать с различными источниками информации. Так же, как и все остальные карты, контурные карты сопровождаются различными интересными заданиями. Это пример контурных карт для 7 класса. Вы видите часто на своих слайдах QR-коды. По этому QR-коду вы можете зайти, отсканировав его, зайти в интернет-магазин и приобрести разные карты. Я только попрошу вас не очень расстраиваться и не думать, что там нет этих карт. Некоторых карт еще, и атласов, еще не выложены обложки. Это случилось в связи с объединением, и вот до контурных карт и атласов руки доходят постепенно. Мы первые, конечно, в первую очередь уделяем внимание учебникам и пособиям. Что еще хотела вам сказать, это то, что контурные карты и атласы бывшей классической линии, сейчас мы говорим про нее как традиционный комплект РГО. Почему РГО? Потому что эти атласы и контурные карты прошли рецензию и экспертизу в Российском географическом обществе. К этим атласам в свое время было достаточно большое
много претензий и различных нареканий, поэтому мы попросили учителей и методистов свои пожелания и свои замечания нам написать. Мы целый год собирали эти замечания и рекомендации методистов, и в результате получился вот такой комплект атласов с 5 по 9 класс, который теперь называется традиционный комплект РГО, который, еще раз повторюсь, прошел и рецензирование, экспертизу в Российском географическом обществе. Мало того, карты, экономические карты рецензировали специалисты экономического факультета экономической географии МГУ, поэтому здесь многие объекты, которые прекратили свое существование, были вымораны, новые объекты добавлены, которые появились, особенно экономические. Вот. Ну и давайте посмотрим на пятый класс. В пятом классе мы увеличили формат карт, они стали больше по формату, для того, чтобы пятиклассникам было легче работать с этими картами и находить нужные объекты. Но также атласы 5-6 класса добавлены или снабжены различной статистической информацией, которая потребуется учителю на уроке. Вот еще одна хорошая, удивительная вещь – это то, что в единственном атласе 7 класса этой линии, в других линиях вы такой карты не найдете, это физическая карта мира, где параллели и меридианы проведены через 20 градусов. Вот во всех остальных атласах на этой карте параллели и меридианы проведены с шагом в 30 градусов, что затрудняет возможность ребят точно находить координаты тех или иных объектов. А вот этот атлас можно рекомендовать брать с собой на государственную итоговую аттестацию, но, скорее всего, это в 9 классе, пока в других классах у нас в 10-11 не разрешают, там свой комплект атласов, которые ребят, карт, которые дается вместе с КИМами. Вот, может быть, нас услышат и разрешат брать атласы для выполнения заданий по всероссийской проверочной работе, пока не знаю, такое решение должен принять вышестоящий орган, видимо, Рособорнадзор. Вот, ну, пока таких разрешений нету, значит, будем пользоваться в 9 классе на ГИО. Ну и для того, чтобы на уроках тоже ребята смогли более точно находить те координаты и выполнять те задания, которые вы им предлагаете. 8 класс. В 8 классе добавлены карты, в отличие от бывшей классической линии, добавлены карты по населению. Ну и по традиции, конечно же, даны все карты всех природных районов нашей страны. Это физические карты. Вот перед вами карты населения, где показаны качество жизни, размещение населения, и дается в виде карт врезок еще дополнительная информация по различным разделам и системы населения. Ну и вы видите по содержанию, что карты в 8 классе – это в основном те карты, тематические карты, которые позволяют изучать с помощью этих карт изучать компоненты природы нашей страны, особенности, находить их тоже, размещение и так далее. Вот еще один пример карт природных районов. Они выглядят таким образом. Для больших, скажем так, разделов, для больших макрорегионов, таких как Русская равнина, здесь есть еще и карты врезки, это тектоническая, это природно-хозяйственная зона, климатическая карта. А вот для того, чтобы уже при изучении карт других природных районов, таких карт врезок нету. Но сначала мы изучаем
регион в целом, макрорегион в целом, потом уже более мелкие природные районы, которые вы видите у себя на карте. То есть мы всегда можем вернуться к этим картам резкам и посмотреть. Либо посмотреть в начало атласа и использовать большую карту. В 9 классе тоже была просьба вставить карты по населению, потому что когда мы изучаем регионы, мы изучаем еще и население каждого географического региона или экономического района. И поэтому карты по размещению населения и народы тоже появились здесь, в этом атласе, для удобства учителя. Ну и весь остальной набор карт перед вами, как это выглядит в атласе, один из примеров. Это карта машиностроительной отрасли перед вами. Кроме карты, вы здесь видите еще и статистические материалы в виде диаграммы. И при изучении регионов, при изучении экономических районов, в дополнение к экономической карте дается еще и карта культурного наследия. Она позволяет более комплексно изучать географию и проводить исследовательские интересные проектные работы по тем объектам, которые находятся на территории данного региона, составлять туристические маршруты, в то же время планировать свои поездки, что бы вам хотелось увидеть интересного. Следующий комплект – это контурные карты и атласы «Учись быть первым». Они позиционируются как универсальные, но, в общем-то, они были созданы для таких в свое время, когда еще отдельно каждое издательство существовало, для таких комплектов, как УМК под редакцией Климанова-Алексеева и УМК под редакцией Дронова. Но в настоящее время они действительно могут использоваться со всеми действующими учебниками. Сейчас посмотрим, почему. Вот вы видите, что в 8 классе, когда в прошлом изучались первичный сектор экономики в УМК под редакцией Дронова, такие отрасли, как лесное хозяйство, сельское хозяйство, то и в 8 классе этими картами он был наполнен. Вот, поэтому эти карты, атласы, эти карты остались в атласе 8 класса, что не мешает ему быть востребованным в 8 классе. Если нужны эти карты, атласы, пожалуйста, ними можно пользоваться, если вы еще заканчиваете обучение по УМК Дронова в качестве учебных пособий. Если же нет, то вы видите, что эти же карты, они расположены и в 9 классе, если вы учитесь по другому учебно-методическому комплекту. Вот перед вами тоже содержание карт для 9 класса. Ну и давайте посмотрим, какими картами наполнен атлас 9 класса. Потому что в свое время, и это было новшеством, УМК под редакцией Дронова позиционировался как учебно-методический комплект, где комплексно изучается а географические районы в 9 классе. Комплексное изучение – это что значит? Это мы изучаем и начинаем с географического положения, с особенностей географического, экономико-географического положения, особенностей природных условий, ресурсов, особенностей населения. Дальше изучается хозяйство и природное и культурное наследие. И вы видите, что вот на примере изучения Европейского Севера всем набором карт для комплексного изучения этот атлас снабжен. Это его особенность. Купить эти атласы в интернет-магазине вы можете в магазине просвещения, использовав данные QR-коды. Теперь поговорим об атласах и контурных картах издательства «Бином. Лаборатория зданий».
лаборатория знаний, простите. И одно из очевидных преимуществ этих карт – это информативность. Они то также, в общем-то, они похожи на эти два комплекта карт, но есть и некоторые отличия. Вот какие отличия в пятом классе? Мы говорим об информативности, и на карту для того, чтобы дети могли сопоставить личность человека, личность путешественника и те условные знаки, которым обозначено это путешествие на карте, вот добавлены портреты этих путешественников. Для того, чтобы вам понять и все-таки принять решение, какой комплект вам больше подходит, я предлагаю вам еще раз посмотреть на содержание, изучить содержание. Вы видите, что карта народов и размещение населения в девятом классе здесь присутствует. Ну, восьмой класс больше похож на ОМК классической линии, потому что здесь представлены природные районы более подробно. Вот. И в чем еще особенность учебной карт лаборатории знаний Бином? Это то, что вы можете каких-то культурных объектах с помощью QR-кода получить дополнительную информацию. Ну, например, как в Астраханском заповеднике при изучении, например, Поволжья или же Кавказский заповедник, изучить более подробно, что там, в чем их особенности при изучении юга России, европейского юга России. В девятом классе также при изучении регионов практически, не практически, а для каждого региона дается как физическая карта, так и экономическая карта, с помощью которой вы сможете понять природные особенности, особенности рельефа, размещение полезных ископаемых, тоже выяснить и найти природные особенности, которые тоже с помощью QR-кода, информацию о которых с помощью QR-кода вы сможете найти. Атлас 10-го, для 10-го класса. Я хотела остановиться на этом и, в общем-то, не говорить больше о атласах и контурных картах, но знаю, что в 10-м классе все-таки не во всех школах учат, есть профилизация, и все равно географию изучают. Поэтому для небольшой обзор атласов 10-го класса мы тоже с вами сейчас проведем. Вот атлас РГО, который традиционный РГО, бывшая классическая линия, атлас, он раньше был с недостаточным количеством карт. Сейчас же весь список карт, которые вы видите у себя на экране, добавлен в этот атлас для того, чтобы более конкретная, более четкая картина мира предстала перед десятиклассниками, ну, для того, чтобы достаточно эффективно происходило изучение тех или иных параграфов. Потому что география без карты – это не география, это все равно, что художник рисует без кисти. Или просто кисти у него нет, а рисует он в воздухе без холста. То же самое происходит и на уроках географии. Атласы нужно иметь, карты нужно иметь. Без карты география не существует. Вот эти карты перед вами, которые представлены, добавлены в 10 класс уже не первый год. Этим атласом пользуются учителя, и, в общем-то, отзывы стали гораздо лучше об этом атласе. В атласы я хочу представить вам набор карт для атласов 10-11 классов «Учись быть первым» и издательство «Бином», лаборатория знаний. И вы тоже сможете принять решение, какой из этих атласов вам подходит больше. Хочу сказать, что все они достаточно качественные и проведены обновления во всех атласах. Атласы и контурные карты к учебнику Владимира Павловича Максаковского также перед вами. Можно им воспользоваться для того, чтобы изучать на должном уровне географию, выбрав
учебник Владимира Павловича Максаковского. И хочу показать вам атлас для углубленного изучения Вероники Николаевны Холиной. Но это даже не атлас, это такое справочно-картографическое пособие, я бы сказала. И если вам это нужно для того, чтобы сделать уроки более эффективными в 10 классе, то себе, как учителю, этот атлас можно приобрести и использовать его на уроках в качестве дополнения и в качестве, ну, как, может быть, организации групповой работы, исследовательской работы или же каких-то фактов новых, или, может быть, поставить проблемный вопрос с помощью тех фактов, которые вы здесь найдете, или проблемный вопрос с помощью тех статистических данных, которые вы здесь найдете, или диаграмм. Карты, конечно же, тоже присутствуют, но статистического материала очень много. Но еще хочу вам предложить вашему вниманию атлас по ориентированию на местности, который необходим для того, чтобы подготовить ребят к практической части, если они участвуют у вас в олимпиадах, не только на местном уровне, но и на региональном всероссийском уровне. Но если вы хотите летом организовать лагерь, и даже не обязательно спортивный, спортивное ориентирование в лагере можно устроить, научив предварительно ребят пользоваться приборами, которые вот этот атлас учит пользоваться как механическими, так и электронными приборами, учит работать с картами. Поэтому он очень хорошее подспорье для тех людей, которые планируют организовать летний лагерь. Ну и, конечно же, атлас для проектных работ, где представлены и проектные работы, и проектные задачи для того, чтобы формировать, естественно, научную грамотность и развивать, естественно, научную грамотность, поддерживать интерес к географии. Ну, в этих заданиях представлены карты на составление нового географического образа той или иной местности. Можно создавать авторские карты, давайте посмотрим с вами. Можно решать различные проектные задачи. Вот одна из этих проектных задач перед вами в седьмом классе может, в пятом классе, простите, может легко использоваться на уроке в качестве как тренировочной или как познавательной задачи, а часть третья, например, уже как проверочная работа. Вот задание, посмотрите, на слайде у вас есть задание номер 3. Но можно и как познавательное, и можно организовать групповую работу для того, чтобы выполнить. А если вы еще и распечатаете это на А3, если есть такая возможность, родители часто в этом помогают, то тогда вот каждая группа решает свою задачу, свою проблему, и в конце урока сопоставляете все работы и решаете, какие, где сделаны ошибки, у какой группы лучше получилось, у какой хуже и так далее. Есть задания на экологические, на решение экологических проблем. Вы знаете, всем уже известны эти мусорные острова гигантских масштабах, и во всех океанах они теперь существуют, не только в Тихом, в Индийском, в Атлантическом тоже есть. Вот поэтому какие-то меры, конечно же, нужно принимать, иначе планета просто погибнет. Есть задачи на понятие пространства, как раньше люди относились к пространству, как сейчас относятся к пространству, почему мы говорим о сжатии коммуникационного пространства, по каким причинам это произошло и можем ли мы ожидать этого в будущем. Ну и задания, которые просто позволят ребятам понять, как происходит строительство тех или иных объектов в соответствии с теми формами рельефа, где вы собираетесь это построить. Вот проектные задачи тоже интересные, что такое изохроны, как можно использовать изохроны и какие научные и практические задачи помогают решать вот эти карты. Ведь раньше у нас таких карт не было, сейчас они появились. Почему? Ну вот на этом я
заканчиваю свой разговор о картах и атласах. И если вам нужна будет какая-то поддержка, то вы можете обратиться в учительский клуб и найти этот вебинар в архиве или воспользоваться другими сервисами. И все контакты по покупке для класса или для средств, за средства школы, за собственные средства у вас тоже на экране. Если они нам нужны, вы можете это этим воспользоваться. Ну и напоследок я вам скажу еще одну приятную новость. Это то, что сейчас мы занялись обновлением карт в атласах «Учись быть первым» классической линии Винтана Граф, где будут поправлены карты, но это уже к следующему учебному году, будут поправлены карты лесной и сельскохозяйственной отрасли. Почему? Потому что в сельскохозяйственной отрасли произошли многие изменения. У нас изменились ареалы посевов тех или иных культурных растений, да и разведение животных тоже. Вот, поэтому эта карта будет обновлена. Многие карты тоже не в большом количестве, конечно, не в глобальном смысле, а в качестве обновлений тоже получат свои обновления. И точно хочу сказать вам, что вот надоевший всем алюминиевый завод в Надвоицах будет убран с карты. Вот мы приняли такое решение, хотя в реестре он еще числится как завод по производству цветных металлов. Вот, теперь я посмотрю, какие у нас были вопросы за время. Катя. Так, что-то у меня... сейчас про подключение. Ну, я вопросов не вижу, наверное, все понятно. Поэтому я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. До свидания. До новых встреч.